Добрый день, дорогие друзья, с вами интернет-магазин pneumat24.ru. Сейчас рассмотрим пневматический пистолет под названием Crossman Benjamin Trail MP. На самом деле очень интересная модель, она переломка. Главная особенность модели в том, что внутри газовая пружина, не витая, а именно газовая. Как заявлено на коробке, 70% подавления шума. Прям нарисовано то, что вот газовая пружина, витую нельзя вставлять. Здесь же еще дополнительные аксессуары, которые к нему. Желательно докупить пульки, оптику. Оптику можно поставить вместо вот этого прицела. То есть она снимается, и вот на эту планочку у нас ставится оптика. В комплекте идет такой имитатор еще глушителя. Он, в принципе, бесполезный, но помогает в перезарядке за счет того, что мы увеличиваем рычаг, когда эту приблуду одеваем. Так, давайте ее вставим. Ну вот. То есть, ну, как бы, в принципе, не так не тяжело было. Ну, с ним полегче, конечно. Заявленная скорость пули, след пулевой, 153 метра в секунду. Но сейчас мы это проверим с помощью нашего хронометра. Зарядим пульку, которую также рекомендует производитель. И сделаем 3 выстрела. Прежде чем буду стрелять, еще расскажу о модели. То, что реально качественная переломка. Это, наверное, самая качественная вещь, которую из переломок я держал в руках. Но она и стоит свои деньги. Выполнен в основе все металлическое. Рукоятка пластиковая. Здесь тоже пластик. Наконечник тоже пластиковый. Что касается прицела, очень удобная. Мошка, как видите, зелененькая. Точка сводится с красным. Ну, на самом деле очень удобно при прицеливании. Итак, давайте. Сейчас я тут протестирую. 153,8. Кто не верит? Так. Сейчас. Вот, 153,8. Давайте еще разочек. Прям точно-точно, как и заявлено производителями. Так, сбрасываю сейчас. Вот, 158,7. Давайте третий раз контрольный. 156,2. Так. Что еще можно про него интересного сказать? Очень прост, реально вещь стоящая. Скорость выстрела, как видите, обалденная. Для пистолетов это довольно-таки редко. Как правило, 110 метров в секунду. Здесь 150-160. Что касается предохранителя. Он у нас здесь. Все. Спусковой крючок глухо. Здесь все окей. Ну, реально вещь стоящая, интересная. Пострелять по меткости, конечно, сейчас не покажу тест-драйв, но я так думаю, вещь очень меткая, сильная, поэтому всем рекомендую. Я прям сам захотел. Все, друзья, большое вам спасибо за внимание. С вами был интернет-магазин pneumat24.ru. Обязательно подписывайтесь на канал в YouTube и будете получать полезные видеообзоры. Всем доброго!